Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев. И это новый ролик на моем канале «Кто последний упадет в бассейн славой челлендж». У меня здесь клетка, которая подвешена на потолок с тремя участниками. Под ними находится бассейн, который наполнен лавой. Кто последний упадет в бассейн славой, получит $1000. И, ребят, идея оригинальная, я ни у кого не видел, вот, поэтому прямо сейчас, пожалуйста, тыкните на вот эту красную кнопку подписаться, потому что эти ролики я снимаю именно для тебя, приятель. Спасибо. Ребята, я долгое время не соглашался на этот ролик, потому что плавать я не умею, но я все-таки решился и взял с собой на рукавники на всякий случай, если я все-таки выпаду из этой клетки. Ребята, ну вы посмотрите на меня и на них, да я точно заберу свою 1000 баксов. Привет, ребята, это Сафик 1234. Ребятушки, простите меня, пожалуйста, за прошлый ролик. Я себя повел неправильно. Я просто тогда перенервничал, мне пришлось, ребят, закрыть в комнате и вот это все сделать. Извините, пожалуйста. Я хочу, чтобы сегодня все было исключительно честно, все по правилам, и чтобы мы играли по-настоящему, и кто-то из нас забрал либо Бруно, я во всех верю, и в себя тоже, ребята. Надеемся все на победу. Да, я тоже за честную игру. А кто еще за честную? Да. Игра должна быть честной, я согласен. И, ребят, участники не просто так будут сидеть в клетке над лавой. Они еще будут выполнять различные задания, которые находятся вот в этих конвертах. Участник мне будет называть цифру. Я буду разрывать конверт, смотреть, какое им задание выпало. А кто будет уже дальше выполнять это задание, будет уже решать вот этот вот кубик. Кидаю. Какой участник упадает, тот и выполняет задание. Все, ребят, время 17:56 и игра начинается. Сейчас лава станет еще горячей. Ё-моё! Ребята, поставьте лайк, потому что я уверен, что они точно не выберутся. Все, давайте, пацаны! А ты за $1000 ты будешь бороться или нет? За косарь? Да. Ты тогда не получишь, если слезешь. Да. Давайте по 300 поделим и просто уйдем. Да какой поделки? Все честно. Все должно быть честно. Все, я слажу, блин. Стой. Ё-моё. Как долго сидеть-то, Артём? Кто последний упадет в бассейн славой, тот и получит $1000. То есть я могу их просто скинуть и получить свои $1000, да? Ну, получается, да. В смысле, а все должно быть честно. Ты собрался нас скинуть? Не-не-не-не, я просто, ну, мысли такие, знаешь, ну, просто... Фига себе мысли. Мне кажется, у меня больше всех шансов. Я хоть и не умею плавать, но я в любом случае всплыву в этой лаве, потому что я взял с собой вот эти вот нарукавники. У тебя какая стратегия? У меня стратегия просто сидеть и все. Как за компьютером сидишь? Ребята, вы же все сидите за компьютером. Играйте в Майнкрафт, в Roblox, Бравл Старс. Вот у меня такая же тактика, только у меня нет ни планшета, ни телефон, ничего. Вот твой геймпад. Да это белая какая-то фигня, я не знаю даже, что это. Тебе не нравится эта приставка? Ребята, кто знает, как поставить сюда Бравл Старс, напишите в комментариях. Опять вулканы извергаются свои эти пуки. Ребят, уже прошел 1 час. Наши участники там закрепились немножечко, беседы какие-то ведут. И чтобы им было не так уж скучно и просто сидеть, вы сейчас будете выполнять первое задание. Назовите цифру, какую вы хотите. Ну, либо 2, либо 7. Ну, пусть будет 7. Давай 7. Да, 7. Немолочный коктейль. Что такое этот немолочный коктейль? Для Ютуба ты? Не, только в ТикТоке работает. Сафик, снимаешь? Да. Нет. О! Выпадает просто Дима. Да это вообще легкое задание. Типа, я люблю молоко, типа мне молочный, не молочный. Я все выпью. Несите сюда. Ребята, он там что-то мешает и в попе ковыряется. Это попный коктейль, ё-моё! Ребята, что такое немолочный коктейль? Берем, значит, молоко. Берем табаско. Я люблю табаско, это мой любимый соус. Это что? Это тушенка? О, ребята, кто-то будет это все пить. А, в общем-то, сейчас, секунду, сейчас. Просто, Дима, держи. Да, спасибо. Это очень
очень вкусно, это типа шпроты, я люблю шпроты и молоко, это очень вкусно и полезно, типа, мне очень нравится, я хочу допить это до дна. Мне страшно, что в других конвертах. Я каждый день пью это перед качалочкой, это вкуснейший коктейль, ну прям пушка, 10 из 10. Посмотрите, здесь на дне осталось самое вкусное. Сейчас я это все соберу и допью эту штукенцию. Ребят, запах стоит, как в школьном туалете. Ты будешь, Савик? Не-не-не-не. Да почему? Не, не надо! Это очень... Все, не надо, да, пожалуйста. Здесь целый остался, самый оно вкусный. Оно воняется. Да возьми. Что такое? Да подожди! Возьми. Да не надо, да не и взяли, испортили, тут немножко осталось. Ребятушки, это ужас какой-то, я только трусы с рынка купил, блин, это вообще, у меня даже шея в этом дерьме. Он вернулся, ребята, он вернулся. Помогите! Со своими конвертами, блин, ё-моё. Ребята, прошел еще один час, и для участников есть новое задание. Вы готовы или не готовы, а? Да. Я готов, вы готовы или не готовы, а? Все, что мне от вас нужно, это одна единственная цифра. 10, давай 10, чтобы как, ну, как бы последнее задание выполнить сразу. Давай 9. Да, 9, да, я подержу Садика, пусть будет 9. Да, открывай девятку, срочно, срочно давай. За 9. Выбираем цифру 9. Рыбалка. Ё-моё, рыбалочка выпала. Участнику выдается удочка, и он в бассейне, который наполнен лавой, должен поймать хоть что-то, что можно будет съесть. И выпадает у нас... Вильям Бруно. А сегодня знаете какой день? Сегодня как раз четверг, а по четвергам я всегда выхожу на рыбалочку, потому что я готовлюсь к мировому Евровидению по рыбалке. Там есть огненные рыбы, ты должен их достать. И твоя задача достать что-то именно съедобное. Наш обед ты поместил туда, да? Да. Закинул. Что-то бурлит, по-моему, нет? Бурлит. Вот. Оп. Да подсекай, подсекай. О, ёбаный бабай. О, о, рыба, рыба. Давай, давай. Ля-ля-ля. Давай, еще немного. Давай, давай. 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 О, ля, какой. Ля. Давай. О, какой. Я выполнил задание, смотри, я достал целый баш... Это из предыдущего участника, или нет? Задача твоя состоит в том, чтобы достать что-то съедобное. А, не, ну, ботинок. А там рыба внутри, там рыба. Я. Или это что-то другое? О, это ж прот. Фу. Да, давай тоже мне. Давай, подожди. Ты будешь, Сафик? Да я не буду. Да нет, не надо. Бери эту рыбу. Все, не надо меня угощать. Ё-моё. Турнир по рыбалке подождет, все. Да, удочку-то можете подавать, Бруно, чуть-чуть, давай. Сейчас горит пламя. Ребята, Сафик говорит, что он хочет уже уходить, но, блин, игра только началась, давай еще посидим немного. Да нафиг, у меня все колени в этой рыбе, блин, из-за этого Димы. Ё-моё, я все, я сваливаю отсюда. Да стой, Сафик. Да нет, нафиг. Стой, ты куда? Да там лава. Ну и хрен с ним. Ё-моё, Сафик. Все. А, Сафик. Ё-моё. Сафик, ты в лаве, да, блядь! Залазь обратно, Сафик! Давай! Ребята, я чуть не упал! Тут цепь вылетела! Что тут происходит? Что с цепью? Да я не знаю, что! Сафик хотел уйти из игры! Давай ее обратно! Ребята, я после вот этой вот цепи, я ужасно, мне запаниковало все. Я не знаю, как вы, но я ужасно хочу пить. Я тоже рыба очень соленая, типа, после нее нужно чайку попить или, не знаю, поесть. Я не знаю, была бы тут река, где мы бы как-нибудь бы веревкой черпанули бы чего-нибудь и попили. Я бы поел! Вы определите, что вы хотите больше, есть или пить? Ну, я бы попил. Да, я бы попил. Выбирайте следующее задание. Если хорошо, справитесь, короче. Там попить. Какую цифру? Какую цифру? Моя любимая цифра 4. Пусть будет 4. Давай 4. Окей. Ё-моё. Баскетбол. Суть задания баскетбол состоит в том, что оно общее. То есть его выполняют все
участники, которые находятся в клетке над лавой. У каждого будет 3 попытки. И кто больше всех закинет мячей в кольцо, и тот получит тогда попить. Если есть желание поделиться, то можете поделиться. Давайте, ребята, если кто-нибудь выиграет, то мы поделимся. Да, конечно, друзья. Давай, все, да, даже да, руку пожму тебе, чтобы поделиться. Вот, что я не обманываю. Давай, Сафик. Оп! Первый бросок. Майкл Джордан. В молодости. Ёбаный, да. Не смешно. Давай, Сафик. Тут Сафик просто потолки вот это низкие. Сейчас, ребята, вторая попытка. По-любому тут трехочковый или четырехочковый. Почти, блин. Но если что, это все потолок виноват. Он слишком низкий просто. Блин, ну чуть-чуть-то! Не получилось. Давай, Дима. Я не эксперт в вопросе, но мне кажется, что это волейбольный мяч. Давай. Нет, блин. Давай, хотя бы один раз один. Сейчас, я стараюсь, ребят. Блин. Ребята, он с третьего раза попал, я не попал. Хотя у меня разряд по бокс. Фу, давай, Бруно, давай, блин. В любом случае, вода будет наша, можно я это... Так, сейчас. Давай прикрепим, чтобы было красиво. Кадр. Ты что сделал-то? Ё-моё, откуда у него нож? Я забил больше всех. Я попал один раз, а они ни разу, вода моя. Все, Артём, неси. Артём, неси мяч, ёмый. Ребят, у меня, к сожалению, больше нету баскетбольных мячей. Дима забил, вот равно, можно нам фото? По правилам, я отдаю Диме, он с вами может поделиться. Да, я поделюсь. Он просто взял, проткнул вообще. Не, вода это, конечно, здорово, мы попьем, но я хотя бы брошу. Дим, можно воды? Сейчас чуть попьем. Дай попить хоть. Да, дай немного. Вы просто пить не умеете, я же вам дал воды. Да давай я тебе попью. На, попей. Попьем, это все хватит. Да попей. Давай, да давай так попьем. У меня на бровях больше, чем там, ё-моё. Сафик может выжать трусы и попить тоже, кстати. Да. Ребят, участники уже сидят в этой клетке над бассейном Славы уже целых 5 часов. Уже на улице стемнело, и я предлагаю перейти к следующему заданию. Ребят, вы цифру назовите. Давай 5. Да, 5. Выбираем цифру 5. И это у нас Нерф Снайпер. Так, и сейчас мы решим, кто будет проходить Нерф Снайпер. И в Нерф Снайпера будет играть Сафик. Задание Нерф Снайпер заключается в том, что в Нерфе стоит 5 пулек и 5 банок колы. Нужно сбить хотя бы 3 банки из 5, чтобы получить вкусняшку. Так, Сафик, ты готов? Да, я готов. Ребята, я если что служил в армии, я сейчас попаду с первого раза. Вау! Сразу 2! И банки. 3! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Артём, его нужно дисквалифицировать. Да не дисквалифицировать. Да хватит, Сафик тут. Это тебе за фанту и за шпроты. Понял? Сафик сбил 3 банки, вот, поэтому он получает вкусняшку, это ананас. О, ананас. Сейчас бери оружие. Можешь его разрубить, дед? Сафик, да, подожди. О! Ё-моё! Лавец сгорел! Ананас! Ребят, не делайте так, надо по-другому открывать, вот так. И что нам теперь жрать, Сафик? Ребята, тут остался вот такая бумажка, ее можно продать за 50 рублей. И вот эти замечательные листья, их заваривают в чай, потом пьют, и вообще огонь получается просто. Весь день бодрячком. Жалко, только вот остальное пропало. Ну ничего, лава съела. Друзья, участники этого видео уже сидят на этой штуке очень долго, и мне кажется, даже немножко начинает сходить с ума. И, ребят, вы умираете от жажды вообще уже? Смотрите, сейчас я вам дам шанс попить. Только можно мне, пожалуйста, в руки попить, потому что в прошлый раз попить до меня не дошло. Смотрите, у каждого будет по 3 бутылки вот такой вот воды. Тут специально оббито, чтобы участники смогли сделать флип-баттл-челлендж. Кто сделает больше всех, тот получит вкус.
вкусную и горячую пиццу, вот. Но если вы уверены, можете, конечно, выпить эту бутылку, но тогда, возможно, кто-то из вас недополучит пиццу. А почему мне всего две бутылки осталось? А сейчас, Сафик, подожди, стой. Блин, им три, мне две. Ребят, ты я думаю... Ты хорошо бросаешь, как я тебе дам третью. Буду, спасибо, Вильям Дуна. Ребят, я думаю, просто я 9 бутылок готовил, на самом деле 8. Прошу прощения. Я первый. Давай. Я пить не хочу. Минус одна попытка. Надо просто груз скинуть, чтобы она проще это амортизировалась лучше об пол. У меня всего 2 шанса. В одной руке и в другой. Блин, ё-моё, прям на ребро. А если я буду кидать вот так вот? Я видел это только в одном ролике. Там мастер один фигачил. Сейчас это крученый-верченый будет. Бам! Блин, ё-моё, не получилось. Ладно, Дим, давай. Да, давай. Я вообще по жизни кидать умею. Я думаю, у меня все получится. Может, не с первого, но там, со второго. Первый. Оп. Да. Блин. Больше заворачивай. Да. Блин, на горлышко упало. Да, вот она почти стала на горлышко. Почти. Но... У тебя всего 2 бутылки. И меньше всего вероятность, что вообще пиццу ребята получат. Ребята, если я сейчас поставлю хотя бы 1 бутылку, я поделюсь пиццей. Спасибо, бро. Так, ребята, вторая бутылка, но у меня появилась тактика. Самое главное, это сделать Battle Flip Challenge. Ну, то есть, перевернуть бутылку, чтобы она вот так вот встала, да? Да. Тогда сейчас именно это я и сделаю. Офигеть! Ё-моё, пицца! Поздравляю! Сейчас принесу участникам вкусную и горячую пиццу. А сколько кусков дашь? Давайте я половину съедаю, так как я выиграл. Остальное вам отдам. Ну, хорошо. С маршмеллоу, кстати. Сейчас, моя очередь, подожди. Да дайте, блин, дайте хоть кусок. Да ё-моё! Да ё-моё! Да блин, да ты сок! Да ё-моё! Ребята, я, к сожалению, не могу это показать на Ютубе. Вот, если хотите узнать, что случилось с Сафиком, то переходите по первой ссылке в описании, там мой Инстаграм, там будет этот ролик. Мы продолжаем игру. Кто же все-таки последним упадет в бассейн славы? Предлагаю перейти к следующему заданию. Циферку можно, пожалуйста? Можно, конечно. Какую цифру? Давай вот какую Дима назовет, ту и выберем. Пусть это будет цифра 2. Цифра 2. Окей. Ребят, под цифрой 2 у нас твистер. Здесь написано, но это коллективная игра, поэтому задание будет общее. А чтобы достать твистер, мне надо кое-куда сходить. Да? Владик, прости. А! Вы должны будете как-то его постелить у себя. Ага. Так, давай, Дима, разматывай. Ну, давай по-честному в этот раз, ладно? Конечно. Так, все, игра готова, твистер зафиксирован. Так, ребята, сейчас кручу. Что там выпало? Желтая рука. Левая рука. Вот так. Так, просто Дима. Правая нога синий. Оп, сделал. Левая нога красный, Бруно. Есть. Правая нога зеленый. Все, есть, переставил. Левая рука красная. Поставил. Так, теперь просто Дима. Что там? Левая нога желтой. Ага, сейчас я. Да! Да Дима! Да, Дима! Да, стой! Да что ты? Да Дима! Ребята, я последний, кто остался на этой воздушной тюрьме над лавой. Я выигрываю $1000. Артем, я вижу, хочет кое-что вам сказать. Ребята, пожалуйста, посмотрите вот этот вот ролик. Вот, пожалуйста, подпишитесь на канал и посмотрите этот видосик. Он просто божечный.